Вітаю вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Як завжди, ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює, і сьогодні ми з вами хвилюємось про психосоматику у дітей. Погляд психолога. Нам допоможе практичний психолог Лупарівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Вітовського району Любов Семенюк. Тож, про психосоматику у дітей. Любов Ніколаївна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады приветствовать вас в нашей студии, тем более, что вы человек очень компетентный. И сегодня мы поговорим про психосоматику у детей. И именно взгляд психолога на эту проблему. Потому что, как выясняется, психосоматика – это проблема. Проблема сегодняшнего дня. Что такое психосоматика? Ну, мы часто говорим, почему мой ребенок так часто болеет, почему болезнь возвращается к нему снова и снова. Психологи, детские психологи утверждают, это все связано с состоянием душевных переживаний. Поэтому психосоматика – это болезнь, которая вызвана душевными переживаниями ребенка. Это, психосоматика – это отрасль или как галузь медицины и психологии, которая изучает связь между душой и телом. Связь между душой и телом. То есть, если заболевает тело, Любовь Николаевна, я правильно вас поняла, то причины нужно искать не в том, что, допустим, ты простудился, а именно, что предшествовало этой болезни. Не всегда. Дело в том, что тут надо подходить всегда избирательно. Дети разные, ситуации разные. И поэтому всегда надо смотреть со всех сторон. То есть смотреть со стороны педиатра, смотреть со стороны психолога и смотреть со стороны родителей. Только в таком контексте можно найти причину того или иного заболевания ребенка. Давайте с вами вот прямо в прямом эфире телеканала «Николаев», Любовь Николаевна, выясним причины и, может быть, мы услышим из ваших уст примеры психосоматических заболеваний у детей. Самое очень распространенное заболевание у детей – это энурез. Все знают, в принципе, знают, да? Очень часто это заболевание вызывается психосоматическими состояниями. Приведу пример. 8-летний мальчик. Все было хорошо, хороший, спокойный мальчик, никогда не страдал этим заболеванием. И вдруг начался ночные такие кошмары. После выяснения этой ситуации оказалось, и мама при этом утверждала, что ее ребенок очень спокойный, не критичный, не вспыльчивый, идеальный просто сын. После выяснения ситуации оказалось, что, будучи одним с папой, папа пару раз его шлепнул, так, в наказание. 100% уверен, что ребенок был виноват. Он это заслужил. А так как мальчик не мог папе противостоять, он это все проглотил, и так тяжело это вылилось таким вот образом. После разговора с родителями и работы с парой родителей и с детем, мальчиком, все это прошло. Второе заболевание, которое часто вызвано психосоматическим компонентом, это бронхиальная астма у детей. Психологи утверждают, что бронхиальная астма – это болезни холодных мам, скажем так. Если мама может быть очень обходительна, очень гиперопекает ребенка, но эмоциональной связи нету, и вот этой эмоциональной связи не хватает, тогда дети может развиться такое заболевание у детей, как бронхиальная астма. То есть, если мама оказывает, ну, как сказать, небольшое... Нету тактильного общения, нету вот такого желания, нету у мамы возможности, или она не понимает того, что надо ребенка прижать, приласкать, иметь вот эту связь, которая нарушается и выливается в такое заболевание. Может, еще есть такое очень тяжелое заболевание, которое псориаз называется. Это тоже психосоматическое заболевание? Бывают случаи, когда родители между собой, например, это я уже зацеплю как бы дальше, родители между собой ругаются, очень сильно ругаются, например, в состоянии развода. И это все делается при ребенке лет 4-5, который считает, что он этого не видит, не понимает, не осознает. Может, он не осознает,
но он чувствует. И вот этот стресс может вылиться в такие кожные заболевания. То есть, насколько я поняла вас, Любовь Николаевна, модель поведения взрослых в первую очередь влияет на психическое состояние детей. Конечно, это очень большой спектр. Здесь обстановка в семье играет очень большую роль. Если в семье все мирно, дружно, родители видят, что у них есть ребенок, что все хорошо, они относятся к нему как не как к маленькому, который ничего не видит, который не понимает, на которого можно не обращать внимания. Или бывают случаи модели поведения, когда родился второй, маленький человечек, и старший резко стал взрослым. А старшему-то лет 5, а то и меньше. И он постоянно слушает, что он должен. Он должен поделиться игрушкой, он должен быть терпеливым, он должен братика или сестричку помочь маме с папой понянчить. И этот маленький человечек иногда совершенно забывает, что он еще маленький человечек, и он тоже хочет и сказку, и рядом маму с папой. И вдруг этот ребенок заболел. Нечаянно, простудился и заболел. Мама с папой вспоминают, что у них есть ребенок, они ему сразу же дарят игрушки, покупают сладости, сидят возле него, читают сказки. И маленький человечек понимает, опа, а мои-то мама с папой вернулись. И то есть, если я буду больным и слабым, я буду иметь маму с папой. А если я буду сильным и взрослым, мама с папой будут братика или сестрички. И ребенок уходит в болезнь. Начинает болеть часто, чтобы хоть таким образом вернуть внимание родителей. Мне одна мама однажды, очень хорошая мама, сказала, такой пришел случай у нее случился, когда она сидела рядом возле своего больного сына, ребеночек сказал ей: «Мам, я так люблю болеть, потому что ты возле меня». Но тут мама имела такт и умение понять, что надо быть возле сына, больше времени ему уделять, чтобы он не хотел больше болеть. Вот такая вот ситуация, когда в семье обстановка очень сильно влияет на здоровье детей. То есть, Любовь Николаевна, психологический климат в семье – это, если это здоровый психологический климат, то это залог здоровья и ребенка. И вот вы сейчас говорили о том, что пятилетний ребенок, он может понять, что быть больным и слабым лучше, чем быть здоровым и сильным. То есть даже у пятилетнего ребенка уже есть умение анализировать ситуацию. А мы ведь часто недооцениваем своих детей, да, телезрители? Ну, недооцениваем, он маленький, ну, что он понимает, тот ребенок? Почему? Ребенок, ребенок понимает с рождения, как ему себя вести. Вот родился маленький человечек, он же не может ни сказать, ни кинуть предметом каким-то, да, ни повернуться. Он может только что смеяться и плакать. То есть ребенок плачет. И когда неблагоприятное состояние, то этот постоянный плач. Потом у нас вырастают дети, которые нервные, которые импульсивные, которые уходят в себя. Только потому, что когда-то ему не дали элементарного родительского тепла. Даже речь идет не об игрушках, да? Да. Не о каких-то там ярких обложках, а именно об элементарном человеческом тепле. Тепло. И так что ребенок не в 5 лет, ребенок осознает, что он человек уже с рождения. В большей или меньшей степени, но тем не менее. Да, так сложно представить себе, что маленький кулечек, который гулит там себе в кроватке или в колясочке, а оказывается, он уже понимает, что что-то происходит не так. А, Любовь Николаевна, будьте добры, а вот, например, какие родительские слова или, например, вот шаблоны поведения могут привести к психосоматическим заболеваниям у детей? Есть такое выражение, как говорить с ребенком на языке болезни. Я приведу пример. Часто мы слышим: не ешь, не пей холодную воду, потому что заболит горло. Или там: не ешь мороженое, потому что заболит горло. Горло болит не потому, что
он выпьет холодной воды, или она. А горло болит, потому что ему не дали сказать. Он не высказал свою мысль, он проглотил ее. То есть мама или папа, или еще бабушка, взрослый, дедушка, бабушка, брат, дедушка, да, которые сказали молчать. Ты не должен этого говорить. И в результате ребенок молчит. Не, он может заболеть, может, конечно, и ангина быть, и все. Но мы говорим о тех случаях, когда ребенку закрывают рот. И он привыкает глотать это все в себе, держать. Или есть такое выражение: не смотри телевизор близко, сломаешь глаза. Как он может их сломать? Ну. Глаза не ломаются. Он облизорукость или там падает зрение, когда человеку говорят: вот вырастешь, вот узнаешь, как жить. Вот вырастешь, поймешь, как мне тяжело взрослому, что я для тебя делаю, на какие жертвы я иду. И растет этот человек и думает: боже, как плохо быть взрослым. Не хочу быть взрослым, не хочу этого видеть. И получается, потом мы имеем детей, которые во втором-третьем классе уже имеют проблемы со зрением. Вот. Дальше еще и такая ситуация, как не балуйся едой. Да дети вообще не умеют баловаться, они так мир познают. И едой через игру, тоже. Да? Мир познает через игру. Дети не балуются, они играют, они познают, они ощущают. Есть ситуация, какие еще такие интересные сказать. Ну вот вы говорите, когда говорят «не балуйся во время еды», но, в принципе, баловство-то, Любовь Николаевна, или даже эта игра может привести к тому, что ребенок может вдохнуть крошку или опрокинуть на себя горячий суп. Здесь тоже ситуация сложивается. Надо объяснить, не запретить. Объяснить, почему нельзя. Ну, баловаться едой – это не то выражение, которое надо. Или вот запрета не может быть. Часто мы говорим детям: нельзя, не трогай. Или еще такое стереотипное выражение: не реви, не плачь, замолчи. Угу. Ну, да. Особенно это часто говорят мальчику: мальчик не плачет. И в результате этот мальчик глотает свою обиду. И она там накапливается, накапливается. И мальчик растет и привыкает к тому, что нельзя показывать, что мне больно, что у меня душа болит. Надо быть сильным, надо быть злым. И в результате эта боль душевная перерастает в злость. И вырастает молодой человек, который не понимает, что такое нежность, что такое ласка, что такое сострадание. А потом мы говорим: почему наши молодые люди такие жестокие? Ну а как же ж вот эта известная фраза, что мужчины не плачут, мужчины огорчаются, Любовь Николаевна? А мальчики-то, они же тоже маленькие по мужчины. По психофизиологии мальчик 6-7 лет должен плакать. Он по психофизиологии в этот возраст, 6-7 лет, он плачет. Если он должен выплакаться. Так сложено, так должно быть. А если мы, получается, ему запрещаем, мы ломаем, опять же, вызываем вот эти вот заболевания. Невыплаканные слезы, как говорится, невыплаканная душевная боль перерастает в хронический насморк. Вот вам и получается психосоматическое заболевание, хронический насморк, когда бегают родители и не знают, что делать, как лечить и что. Как от этого избавиться? Вы знаете, Любовь Николаевна, вот коль уже речь зашла о мальчиках, то вот смотрите, например, ну понятно, там девочка воспитывается в семье, да, она ближе к маме, и ничего страшного, если мама ее и обнимет, и поцелует. А есть стереотип, что мальчика нельзя заласкать, потому что, ну, в противном случае он не вырастет мужественным человеком, он должен быть таким сильным мальчиком, даже мальчиком маленьким, сильным. И поэтому иная мама и лишний раз и не поцелует ребенка, потому что боится, что, ну что, девчонка, что ли? Это неправильное поведение. Многие детские психологи, и мое личное мнение тоже такое, что наоборот, мальчик должен быть с мамой, поддерживать очень дружный контакт, потому что мама воспитывает мужчину. Мама дает ему понятие того, каким он должен быть настоящий мужчина. Добрым, нежным, заботливым, умеющим сделать, умеющим заработать. А папа показывает пример, как надо заработать. Mm-hmm. Каким образом содержится семья, каким образом обеспечается семья. Это папина заслуга. Мальчик берет пример. А душевную жизнь
Это мамина заслуга. Мальчик может быть, мужчина может вырасти разносторонним только в том случае, если он видит, будет видеть гармонию в семье, будет видеть счастливую маму и заботливого отца. Ну да, счастливая мама, счастливые дети, это понятно. Но, к сожалению, Любовь Николаевна, жизнь есть жизнь, и очень часто дети воспитываются в неполных семьях, и мальчики, и девочки. Но хотелось бы даже в этих, те дети, которые в неполных семьях, все равно родителям хочется, чтобы эти дети вырастали счастливыми. Вот если можно, модель поведения для тех родителей, у кого, ну, в силу обстоятельств нет главы семьи. Вот как мамам тогда поступать, если мальчику или девочке не на кого, не с кого брать пример, а только с мамой, потому что мама, и папа одновременно. Ну, в семье должен быть ведущий взрослый мужчина, например, дедушка. В семьях есть дедушка, который в силу сложившихся причин должен взять как бы на себя пример, ответственность, как показать тогда уже внуку, как должен себя вести мужчина. Да, бывает такое, но все равно для того, чтобы мальчик вырос полноценным мужчиной, в том смысле, чтобы он научился понимать ситуацию, научился понимать жизнь, должен быть пример. Пример – это мамина, как бы, мама должна подумать, что должна ставить, допустим, пример дедушку, водить чаще к дедушке с бабушкой, но не в том смысле, что спихнул и забыл, а в том смысле, что должна как бы давать возможность увидеть модель поведения мужчины. Угу. Это очень важно учитывать. Конечно. Любовь Николаевна, допустим, давайте вернемся к заболеваниям. Вот вы говорили, что, например, болезнь горла – это когда, ну, ангина или болит горло, когда ребенку не дали высказаться. Но вот вообще, что нужно учитывать при диагностике заболеваний у ребенка? Здесь надо, даже если вот сейчас послушает, допустим, кто-то возьмет или залезет, пойдет в интернете искать в просторах интернета, или накупит книг по этой теме, нельзя вот там увидел, и все, у моего ребенка так. Все должно быть индивидуально. Надо обязательно прослушать педиатра. Обязательно посоветоваться с психологом и обязательно подумать о своем личном поведении в родительской семье. Только если эти три компонента сложатся в одно целое, только тогда мы сможем достичь определенного результата. Но часто родители, допустим, часто болеет ребенок, они его водят к семейному врачу, например, или к тому, к педиатру, и забывают за остальные сферы. Таблеточками мы вылечили, вроде бы как все нормально, а через день-два, недельку мы опять возвращаемся на круги своя. То есть мы опять возвращаемся в эту же болезнь. Многие не задумываются. Вот в этой ситуации, когда часто так получается, болеет ребенок, мы его лечим добросовестно, а тут опять вылечили добросовестно, опять через недельку-другую. Тут надо задуматься, может, надо брать не только одну стезю, а рассматривать все варианты, обратиться к психологу, посмотреть на свои внутренние отношения в семье. Или бывает случай такой, когда ребенок переболел, допустим, болезнью, его сразу в школу, младшие классы. В школу, и сразу же начинается. Ты должен это все там. Понятно, что программа тяжелая, дети учатся, пропустил, немедленно доработать. И на этого ребенка идет нагрузка большая. А ребеночек еще слабенький, он после болезни, организм полностью не восстановился. Гемоглобин низкий. Низкий гемоглобин, нет сил. Нет сил воспринимать информацию. Ребенок не хочет. Ребенок просто в силу вот этих вот своих физических причин не может. И поэтому нагрузка, и опять мы возвращаемся к тому же заболеванию. Вы понимаете, Любовь Николаевна, дело в том, что я думаю, что телезрители согласятся с тем, что, с одной стороны, да, детей жалко, они очень сильно загружены, но, с другой стороны, и нагрузка в школе, и сегодняшняя напряженная жизнь родителей, бабушек, дедушек, ну, даже ритм жизни, он не позволяет расслабиться, с одной стороны. А с другой стороны, если сильно быть напряженным, то получаем болезни. Хорошо. Какой тогда выход из этого? Будьте добры. Золотую середину надо,
как золотая середина. Что мы можем здесь порекомендовать в работе с детьми, чтобы не болели дети? Если даже, допустим, ситуация слаживается так, что то же самое горло или промочил ножки, не надо делать из этого трагедию. Пришли домой, переоделись сразу же, не затягиваем просто. Побыли вместе с ребенком, объяснили ему, допустим, придумали сказку, что был такой зайчик, который намочил лапки, но он пришел домой, одел теплые тапки, выпил горячего чайку, и, в общем, у него все хорошо, и он не заболел. А даже если заболел, он слушался маму, принимал все медикаменты, лекарства, пил все травки, и в результате он быстро и хорошо выздоровел. Он пил горячее молоко с пенкой. Ужас. Может быть. Так, потом обязательно не надо давать ребенку возможность как бы входить в состояние болезни. Не надо много позволять. Вот то, о чем мы говорили, что так я большой и взрослый в 5 лет, а так я маленький, с игрушками, со всем-всем-всем, и родители ничего не заставляют делать. Ни читать, ни писать, ни уроки учить, ничего. И вот эта разница между тем, что я когда здоровый, и тем, когда я больной, очень колоссальная разница вызывает желание болеть, ничего не делать и быть во всем приятным. Не надо делать такую большую, понимаешь, что ребенок заболел, надо ему обязательно там режим щадящий, но тем не менее, не сильно. Далее обязательно надо соизмерять, вот, о чем я говорила, нагрузку и возможности. Угу. Нагрузка и возможности ребенка должны быть соизмеримы. И комфорт в семье, климат в семье, положительный климат в семье – это то, что даст хорошее подспорье для того, чтобы дети не болели. Ну, или, по крайней мере, меньше болели. И обязательно родителям надо больше общаться с детьми, проводить время, быть одним целым, ходить на прогулки, на экскурсии, да просто выйти пройтись по парку. Это дает возможность и отдохнуть физически, и отдохнуть морально, и укрепиться в семье. Да, и даже не только ребенку отдохнуть, но и взрослому в общении с детьми тоже отдохнуть и набраться положительных эмоций. То есть здесь идет такое наполнение выручка друг друга. Мы черпаем положительные эмоции от детей, дети от нас, и получается такое единое целое. Ну, а что может быть лучше? Любовь Николаевна, будьте добры, что вы можете вот так срезюмировать, и на чем главное, чтобы акцентировали внимание телезрители? Вот, допустим, сегодня ребенок пришел из школы, уставший, бледный, а впереди еще уроки, секции, ну, у кого что. Будьте добры. На данный момент, вот сейчас, так как у нас зима, и все еще это дает лишнюю нагрузку на детский организм, обязательно после школы ребенок должен отдохнуть. Как бы мы ни хотели, чтобы прибежал бегом-бегом, сразу же садиться за уроки. Нет, ребенок должен отдохнуть, ну, хотя бы каких-то полчаса. Для того, чтобы ваш малыш не сильно уставал в школе, и не только малыш, и подросток, обязательные завтраки, полноценные завтраки. Многие этим игнорируют. В результате ребенок истощается намного больше, чем тот ребенок, который не позавтракал. И положительное общение, а дальше уроки отдохнул, уроки получил. И не оттягивать уроки до самой ночи, потому что тогда тоже ребенок не успевает отдохнуть. И утром встает, и начинается опять замкнутый круг. Не выспавшись, не отдохнувший. И как бы нет пользы от таких уроков. Отдых, уроки, а потом опять отдых, потом сон. Перед самым сном желательно не давать ребенку компьютер, потому что это нервная нагрузка. Эмоциональная нагрузка, и дети тогда опять же не успевают, детский организм, отдохнуть. И тогда это хотя бы соблюдать эти элементарные правила, тогда с детьми все будет хорошо. Да, будем надеяться, чтобы, друзья мои, чтобы все у вас было хорошо. Ну, потому что
А кто в этом, кто от этого будет зависеть? Только кто зависит, что зависит от того, чтобы все было хорошо? Ну, наверное, и мы тоже. Друзья мои, сегодня мы с вами хвилювались про психосоматику у детей и погляд психолога. З вуст практичного психолога Лупарівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Витівського району Любов Семенюк. І не хвилюйтесь, адже все буде так, як буде. На все добре.